До главного новогоднего торжества осталось чуть более месяца. Городские предприятия, учреждения образования и культуры, коммунальные службы начали подготовку к празднику. К началу зимы все фасады зданий, окна и кабинеты должны быть украшены новогодней символикой. Череда праздничных мероприятий начнется 1 декабря. 1 декабря у нас планируется зажжение 3 елок. Это возле Фок-Лидер, 2-я елка будет возле ДК и 3-я парк культуры. Помимо традиционных мест, зеленые красавицы появятся во дворах домов, чьи жители обратились в управляющую компанию с просьбой установить их. В домах культуры, детских садах и школах пройдут новогодние утренники, состоятся спортивные эстафеты и зимние игры, развлекательные программы для детей. 24 декабря в 15:00 возле бульвара состоится детская новогодняя елка. Проводит ее волонтерское объединение «Капитошка». А также в Доме культуры 24 декабря будет проводиться платная елка. 27 декабря у нас будет проводиться общегородская елка. Приглашаем всех в Дом культуры на новогоднее представление. Ну а главное зимнее торжество развернется в новогоднюю ночь и будет проходить на городском бульваре.